Всем привет! На связи компания ArtPoof. Сегодня мы хотим вам рассказать про такую ткань, как Чикаго. Она относится из категории жаккардов, то бишь в ней нет вот этого ворса. Если вы не любите такие ворсянистые, да, вот велюры, то выбирайте ткани из категории жаккард. Велюр — это всегда обычно туда забивается пыль, это пылесборник, поэтому вот я также поддерживаю той мысли, что лучше выбирать какие-то жаккарды. В бытовом плане это более-менее практично. Она имеет 100 тысяч циклов износостойкости. Также вот у нее есть одна особенность, которой больше нет ни в каких тканях. Да? Она водонепроницаемая. Поэтому давайте немножечко проверим. Сейчас я возьму чашку любого украинца. Так, смотрим. Самое главное, берем сейчас эту ткань, так, уголок, ну, да, смотрите, получается, вот эта вода, она как скатывается, и поэтому она сухая, то есть просто вода как скатывается, но все сухо, то бишь действительно поверхность ткани пропитана каким-то специальным веществом, которое отталкивает эту влагу. Если вы ищете ткань, которую нужно подобрать для кухни, там, где есть маленькие дети, где есть риск того, что на нее что-то прольется, но я бы советовал бы рассмотреть эту ткань. Достаточно в ней много всяких цветов, которые вы сможете подобрать для своего интерьера. Также стоит отметить, что у нас есть телеграм-группа, где вы можете зайти, просмотреть все новинки. Новинки мебельных тканей у нас выходят достаточно часто, поэтому мы вас будем ждать. Всем пока. Подписывайтесь.